Утренняя пробежка с живописными видами. Самарская набережная – одно из любимых мест у жителей для занятий спортом. Шестиклассницы из Самары Ирина Казакова и Алиса Валагина нашли необычный способ связать воедино набережную, спорт и самарский метрополитен. Свой проект школьницы презентовали на Всероссийской транспортной олимпиаде в Москве. Если ты спортсмен, то метро всегда будет тебя ждать, чтобы ты приезжал заниматься на набережную, а также участвовал в различных забегах, но приезжая при этом на метро, на набережную. На региональном этапе олимпиады школьницы презентовали проект «Улучшение сервиса самарского метрополитена вместе». В финале зачет индивидуальный. Ирина применила творческий подход, а Алиса воспользовалась магией таблиц и чисел. Мне просто легче работать на чем-то основанном, чем просто придумать что-то из головы. Я предпочитаю обоснованную информацию. Я выбрала роль исследователь, я находила проблему и придумала, как можно ее решить. В финале за победу боролись более 200 участников. Самарские школьницы вошли в число 25 победителей, чьи проекты, по мнению конкурсной комиссии, оказались наиболее нестандартными и перспективными. В Самарском департаменте транспорта проектом тоже заинтересовались. Он вот специфический какой, дать спортсменам возможность бесплатного проезда, да именно в дни проведения мероприятий, да именно на метро, ну чтобы там... Условно могли с Безымянки приехать на набережную и в каком-нибудь забеге принять участие. Вот надо подумать, как это все теперь внедрить и реализовать. За интересный подход школьниц поощрили в департаменте транспорта. Им вручили электронные транспортные карты на 55 поездок. Главным призом станет поездка в Артек на транспортную смену и сертификат на целевое обучение по транспортной тематике в вузах Москвы. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События. Все равно спасибо.